Надо полынька пахнет. В баню надо повесить. Полынь? Угу. Организма, не от перегревания. Почему в бане шапку одевают, а не раздеваются наоборот? Ну вот в бане шапку одевают. От жары. Так и на улице оденься. Там будет казаться только, что тебе жарко, а на самом деле голым еще жарче будет. Если на солнце. Всем привет, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. Мы тут вовсю трудимся. Сашуля поставил сегодня цель, привет. План, так сказать, прополоть полностью огород здесь. Я говорил, этот рядок дойти. А, рядок ты сказал дойти? Да. Ну и в общем, когда, наверное, все прополим, вырвем эти одуванчики, наконец-то от них избавимся. Надо будет устроить сабантуй, да? Сейчас, представляете, рвем траву, а тут шашлыками, ну просто со всех сторон. И как тут можно спокойно сидеть, рвать траву? Я уже выдохлась. Ой, решила подкрепиться Байкалом черноголовка. Уже, можно сказать, бутылочку опустошили. Прошли мы один ряд. Ой, ветер такой, не знаю, будет ли меня вообще слышно. Сразу мы полим и малину, и чеснок. Вот видно, какие ряды чистые. И тут пошли джунгли, заросли, одуванчики. В общем, решили мы, что когда прополим огород, потом мы будем уже устанавливать забор. Или не? Или да? Или не? Или да? Что ты решил? Ну, в общем, Александр Николаевич ставит мне ультиматум, говорит: Янусь, я тут пользуюсь твоей работоспособностью сегодня. Ты так хорошо сидишь, даже, говорит, не хочу отвлекаться, чтобы ты не потеряла желание, да, полоть. Вот, так что надо этот ряд добить сегодня, и останется вот нам совсем небольшой, ну как небольшой, еще кусочек на завтра. Еще два ряда. Еще два ряда останется. Ну, чеснок еще. Это мы просто малину посчитали. О, и тут прям как чисто, хорошо. Ну, потом еще покажу с того ракурса. Так будет виднее. В общем, кто-то работает, кто-то сейчас отдыхает в Тамбове. Веселится Масика. Максимка поехал с классом на экскурсию в Тамбов. Скоро, наверное, уже надо будет его и забирать. А Анюте грустит дома. Подруги не пришли. Тоже там чем-то заняты, а ей одной скучно, конечно. Так что ладно, все. Меньше слов, больше дела. Всем хорошего дня, отличного настроения. Никуда не уходите. Оставайтесь вместе с вами. Будем вас мотивировать на прополку, на стройку. В общем, на все, что только можно. Посмотрите, вон какой. Александр Николаевич счастливый. Сашуль, не вижу. Ой, как улыбается. Как нравится рвать-то траву. Прям вот мечтал всю жизнь о такой жизни. Да?
пропадать на огороде. Он отдыхает. Да. Траву рвешь и не думаешь ни о чем. Вот, кстати, но он мне говорит, Янусь, порой так устаешь. Я отдыхаю. От умственной работы хочется просто, говорит, забуриться в сарай куда-нибудь, в мастерскую свою, на огород рвать, полоть и ни о чем не думать. Так что, вот, видите, кто как отдыхает. Кто-то на Мальдивах на море, а Нелепины на огороде. Ничего, у нас еще вся жизнь впереди. И на Мальдивах полежим, и в Турцию, или куда там слетаем. Не, мы этот... Куда мы планируем? В Сочи, в Адлер, хотя бы туда. Там тоже очень красиво. А вообще хочется, знаете, куда? В путешествие на машине. Остановился, мир повидать и там, мне кажется, вот интересно, когда своим именно ходом. Все, ладно, продолжаем. Я вот это хочу разбить, нафиг убрать. Какое? Кольцо вот это? Ну и заходи туда. Ну это кольцо вообще зачем? Закопать его? Ну, я иду. Ой! Интересно, будут выходить, Инась, если откроем сейчас? Не знаю, я думаю, да. Главное, чтобы один вышел, пендаля, да, Тим? Угу. Все пойдут. Прям блинчики. Песочек. Как на пляж. Всем привет! А то меня сегодня не было в кадре. Села немного с вами поговорить, рассказать о новостях, о планах. Ой, я такая счастливая, знаете, вот вы многие пишете, что я на счастье любит тишину, полностью с вами согласна, но иногда тебя просто распирает, тебе хочется рассказать, поделиться, и мне порой кажется, что это просто сон, и я боюсь, знаете, проснуться и все это потерять. Ну, конечно, скоро наша жизнь будет такой веселой, задорной,
Вот, и сейчас мы должны встретиться, забрать ключики от квартиры, которую мы очень долго искали, в итоге нашли, она нам безумно понравилась, замечательные хозяева, точнее, с хозяйкой мы только познакомились, так что сегодня, можно сказать, произойдет сделка, все еще раз обговорим, посмотрим, проверим, и уже все, ключики должны нам передать, и близится долгожданный июнь, и в первых, так скажем, числах будет уже долгожданная встреча. Ой, сама говорю и не верю. Вот правда, не верю, что это все происходит с нами. Так, время я уже говорила, без 15:05, нужно обмыться. Мы все это время были на огороде, пололи, рвали траву, так что сейчас быстренько съездим, приедем домой, нужно собрать Максимку на дзюдо, и надо готовить сырники. Дети весь день, ма, когда будут сырники, а тут пошел такой работунчик, хочется не останавливаться, потому что, вот знаете, если идет работа, то она идет, стоит зайти домой, перекусить, попить чай, все, ты поймаешь какую-то лень, расслабон, и потом тебе просто пинками под зад не выгнать на огород. В общем, мы решили на одном дыхании дорвать и уже потом дальше заниматься остальными всеми делами. Еще, кстати, ездили сегодня с утра на почту, забрали посылочку, так что сделаю небольшой обзор. Ну и если все хорошо, уже вечером вам расскажу, у нас ли на руках ключи, все ли хорошо, потому что, да, жизнь непредсказуемая и не знаешь, чего ждать через 5 минут, не то что завтра. Надеюсь, что все будет хорошо, и пусть все идет так, как сейчас и идет по накатанной. Так что, мои хорошие, всем всего-всего самого хорошего. У тебя настроение хорошее. А чё? Песенки поёшь. Да, я сегодня весь день песни пела. Даже с утра, когда в бассейн ходила. Пела тут соседям. А я-то думаю, чего у соседей музыка сегодня не играет? Я говорю, я-то думаю, чего у соседей музыка сегодня не играет? Оказывается, ты тут всем поёшь весь день. Теперь понятно. Наели сырников, попили чай, перекусили, все ушли на улицу, а я осталась, чтобы вам сделать небольшой обзор посылочки, показать, что я заказала в нашем любимом интернет-магазине «Любимый Василек». Все ссылки обязательно оставлю в описании канала, закреплю. Проходите, выбирайте, отличное качество, самое главное, приемлемые цены. Широчайший просто ассортимент, чего там только нет. Можно найти все для детей, для вас, красавец, для вашего любимого мужчины, для дома, одеяло, подушки, покрывало, полотенца, для кухни, скатерти. В общем, платья, туники, и сейчас очень много новинок к лету. Так что успейте, иначе кто-нибудь заберет быстрее вас. Так, ну и я хотела показать, что я заказала для себя и для
своей знакомой. Так, это для меня идет вот такая красивая бежевая джинсовочка, рубашка. Посмотрите, какая она классная. Мне очень понравилось, что она тонкая и такой мягенький материал. Вот есть джинс прям грубый, а это очень мягкий. Посмотрите, как все качественно прошито. Конечно, я бы примерила, но увидите уже в следующих видео. Обязательно потом напомню, где я ее приобрела. Потому что часто бывает, что хожу в вещах, и многие спрашиваете: «Яна, где ты заказала это? Где ты купила то?» И всегда хочется поделиться, да, хорошими контактами интернет-магазинов, где продают действительно качественные вещи за свою цену. Так что заказала я себе вот такую бежевую джинсовочку. Можно футболку, даже вот нараспашку, брючки летом, и побежал. Я прям очень-очень довольна, что у меня она появилась. Так, джинсы идут, брюки. Они одинаковые, лишь только разная расцветка. Одна пара идет для меня, а другая для моей знакомой. Я заказала себе в сером цвете, а она в хаке. Вот такие вот джинсики. Они очень легкие, и джинсы идут бананы. Они немного свободные. Прям вот все, как я и люблю. Тоже материал очень мягенький, тонкий. Прям вот рекомендую присмотреться к этой модели. Уверена, что вы будете очень довольны этой покупкой. И очень мне нравится, что здесь идет вот такая вот резинка, ничего не давит. И это, кстати, высокая посадка. Карманы, все как я и люблю. Ну, вообще, правда, классные джинсики. Присмотритесь. Вот такие вот идут. Цвет хаки и цвет серый. Это уже для меня. Точно такие же, только в другом цвете. Очень такой он красивый. Даже немного, что ли, отливает синим. Ну, шикарный, шикарный цвет. Размер 48. Сел идеально, немного даже свободные. Ну, я люблю, когда не в обтяжку. Так, очень мне понравилась вот такая вот туника. Это материал, скорее всего. Так, сейчас посмотрим, кстати, какой тут материал. Мне кажется, это холодок. И смотрите, он вообще не мнется. Вот сейчас на лето самое то. И когда Сашуля увидел, говорит: «Янусь, ну прям вылитая ты, кстати». Я тоже согласна, такой же нос, прям как у меня. И животик тоже. Вот такая вот, в общем, туника, расцветка очень красивая. Синий с белым в полоску. И посмотрите, как вот тут пошито горло. Вот. И рукав, видите, идет он свободного такого пошива. Обязательно завтра уже примерю и продемонстрирую вам. Тоже вот прям бы порекомендовала вам присмотреться к такой модели. Ну, там вообще огромный выбор: и туник, и платье, и сарафаны, и футболки, и костюмы. И вот такой вот я заказала костюм, точнее, знакомая. Она увидела у меня, очень он ей понравился, тоже материал. Шикарный, мягкий, приятный к телу. Ну, вообще, правда, супер костюм. Вот такая вот идет футболка. Цвет алый, красный, скомбинированный с серым цветом мышиным. И вот такие вот идут спортивные штанишки. Вы не раз меня наблюдали, многие тоже интересовались: «Диана, где ты заказала?» Так вот, в интернет-магазине «Любимый Василек». Ссылка будет в описании. Размеры есть, проходите. Вот идет резиночка. Тут тоже резинка, карманы мои любимые. Ну, очень красивый костюм. Ну, вы меня в нем видели уже не раз. И носков, наверное, много не бывает. Огромный появился выбор носков. Если до этого было меньше, то сейчас самые разные. Вот такие вот я заказала для Анютика. Очень хорошее качество. Берем не первый раз. Вот такие вот уже идут для меня на лето, короткие. Есть также и длинные. На любой вкус и цвет. Расцветки самые разные. И беленькие. Вот посмотрите, как интересно. Тут вот вышито бантики. Рисунок очень красивый. Тонкие на лето носочки. Конечно же, для нашего папы тоже вот такие вот коротенькие.
Качество хорошее, я уже открывала, смотрела, беру не первый раз, прям от души тоже рекомендую. И много-много перчаток, целых 10 пар. У нас вовсю идет стройка, поэтому перчатки нам необходимы. Такие они достаточно плотные, здесь вот видите, идут пупырчатые такие они. Ну, в общем, чтоб ничего не скользило, взял так взял. Классные тоже перчатки, резинка не сильно давит. Вот, 10 пар. Так что вот такой вот у меня заказ и для нас, и для знакомой. Ссылка будет в описании канала. Проходите, выбирайте. Уверена, что вы там что-нибудь найдете для себя. Ну и, конечно же, для своей семьи. Вышла на улицу. У нас уже тут темнеет. Вот и день пролетел. И тучки немного нашли, кажется. Дождь собирается. Вот знаете, я уже и не представляю, чтобы у нас во дворе была тишина, не было детского смеха, криков, постоянно какие-то разборки, дележка, что-нибудь не поделят, так бегут ко мне выяснять, кто прав, кто виноват. И смотрите, как тут спит сладенько Фикс. Как будто даже и не живой. Купили им сегодня таблетки, нужно, вот, сказали отойти от бассейна, и все равно продолжают брызгать друг друга, кричать. Да, сейчас вот еще раз увижу возле бассейна, всех разгоню по домам, да? Ага. Кто вот? У меня тут есть это, улики. Я как раз видео снимала и увижу. Кто? Мне почему-то кажется, что это... Кстати, ну-ка, София, расскажите, как вы съездили на экскурсию? Понравилось вам, нет? Да. Да, круто? Еще поедете? Поедете еще? Да. Да. Воронинск. Воронеж. Воронинск. В общем, понравилось. Они там кормили животных. Ну, приехали полны впечатлений. И нам еще Максимка привез шишки в качестве подарка. Всем подарил. Это же не лень было везти, представляете, из Тамбова, где вот они отдыхали. Каждому по шишке. Все, братик, сестричка, обнялись. Любовь. Ой, ух и хулигашки. Мо, тут видите у нас, что творится. Так, кто игрушки разбросал? Давайте, собирайте. А то сейчас по домам разойдетесь, все так и будет валяться. Поиграли, все раскидали. А я вообще вышла, нужно собрать вещи. Все просохло. Папа тут наш уборку, наверное, решил устроить у себя в кладовке. Я вышла, еще ведро перемолола ячменя. Нашим бройлерам мешаем мы. С комбикормом и так тоже ставим. Очень хорошо едят. Так, вещи все высохли. Сейчас соберем. Ой, на улице прям такая идеальная тишина. И, кстати, забыла вам показать. Мы еще проредили вот эту малину. Если вот смотрели видео до, она прям была очень сильно загущена. А сейчас проредили. И стало хорошо. И вообще подумываем мы о сдаче металла. А то лежат тут горы, там горы. Надо как-то в один день все это собрать. Машину найти или на мотоблоке. Не знаю, как будет лучше. И все сдать. Денежки нам сейчас лишними не будут. Вот, вышла показать вам, как мы пропололи. Смотрите, какие стоят чистые рядочки. И если посмотреть сюда, то тут уже, конечно, заросли. Вот, стоило начать, и вот видите, осталось нам еще чуть-чуть. Один такой хороший рывок, да, и на меня падают капли дождя. Может быть, и пойдет, надо собаку убрать, чтоб не промокло. Тут вот видите, тоже убрали все от забора, там тоже всякий хлам, надо будет также сдать, что-то оставить себе пригодится. И вот так вот мы вчера загородили забор. Я ведь вам не показывала.
не буду уже ничего объяснять, говорить миллион тысячный раз. Многие пишут, двойная работа и так далее. Нам так лучше, когда более-менее все прикрыто. Вот представьте, сейчас бы мы убрали этот забор, естественно, у нас за день, за два не получилось бы его поставить. И вот тут мы все как на витрине, ничего не сделать, ну вообще ничего. А так вот мы закрыли, и стало очень хорошо. Так, дети побежали домой, сейчас буду гнать их на улицу, так как я хочу пробежать, помыть пол на улице. Уже делать ничего не буду. Единственное, нужно вот пролить мне сейчас капусту и баклажаны. Дети, конечно, молодцы, собирают мне жука колорадского. Смотрю, а нет, вот сидит. Или нет, а нет, раздавили. Вроде как чисто. О, видите, как жрет вовсю. Надо обработать. И вообще, я не знаю, если сейчас у меня пропадут все баклажаны, больше даже мучиться я не буду. И медведка у меня все съедает под корень. Мы уже рассыпали яичную скорлупу и отраву. Еще там что-то делали, закапывали рыбу. Ничего не помогает. Никак от нее, наверное, не избавишься. Ну вот вышла за вещами, смотрю, ну, дождь моросит. Так, сейчас собаку уберем. Мы там баньку протопили. Сегодня будем париться. Так, кто игрушки разбрасывал? Давайте. Соберите дружненько. Собаку сюда. Вот так вот. Все. И сейчас подкинем дровишек. Будем париться, да, Сашуль? И плавать в бассейне. О, вот такой вот у нас будет замечательный вечер. Картина не меняется, все та же кухня и я. За окном ночь, дома тишина, все спят. Одна я, как всегда, хожу, брожу, что-то делаю. Ну и, в общем, села, все освободилось, с вами поговорить, рассказать о наших новостях. Все, можете нас поздравить, мы сегодня ключи забрали, остались просто считанные дни, и будем уже встречать наших долгожданных гостей. Вот, и сегодня так все бегом, быстро, весь день мы пробыли, вы видели, на огороде, особо толком ничего не снимала. Ну что, как мы рвем траву, вначале показала, как было, потом уже после. Надеюсь, что завтра мы соберем все последние силы в кулак и добьем его уже, дойдем до конца. Очень хотелось бы, хотя у нас вот сейчас, например, моросит дождь, и неизвестно, какая завтра вообще будет погода. Так, по поводу квартиры, вот, что сегодня все бегом, быстренько мы забрали ключи, приехали домой, нужно было Максимку отвезти на дзюдо, потом вот я начала готовить сырники, и бац-бац, тут в баню уже детей собирать, и как бы тоже не до съемки было, пришли, поужинали, и все, и их уже загнала спать, и вот сама тут ходила, прибирала, пол помыла, когда уже все спали, представляете, пропылесосила-то я заранее. Вот, и не договорила снова я, это по поводу квартиры, обязательно сделаю небольшой обзор, покажу, ну не знаю, мне очень квартира нравится, и ремонт такой хороший, сразу говорю, не евроремонт, потому что квартиранты бывают разные, вы сами видели, когда мы только переехали в Россию, на одной квартире жили, на второй нужно было все отмывать, перемывать, да, не все как бы такие, что ли, добросовестные, вот, и невыгодно просто делать ремонт, и потом каждый день ты ведь не будешь ходить проверять, как там, что обои твои висят, не висят, то порвали, то сломали, поэтому как бы
есть хорошая, в общем, квартирка, там можно, да, уже потом на свой лад, так сказать, переделать, повесить тюль, шторы, в общем, навести этот уют, красоту, и будет вообще замечательно. Так что остались, я говорю, прям вот считанные дни, и даже не верится, все ждем, и дети ждут, и мы ждем. Вот, и многие там писали: Яна, когда же вы расскажете о своей тайне по поводу квартиры, вы так долго искали и потом резко замолчали. По-моему, я изначально говорила о том, что все, квартиру нашли, теперь будем только ждать. Тайны никакой не было. Ну, если для кого-то это была тайна, то хочу сказать вам, она раскрыта, все, квартира ждет своих новых жильцов. И, кстати, вот кто смотрит нас в Дмитриевке, я знаю, что смотрят много, вы знаете мои контакты, ВКонтакте я есть, Одноклассники, они находятся на моей главной странице YouTube-канала в правом углу. Может быть, вы знаете, кто продает недорого, да, бэушный старый холодильник, но главное, чтобы он был рабочий, пожалуйста, напишите, мы вам будем очень благодарны, потому что нужен холодильник, вот. И что-то еще хотела сказать. Вот видите, от радости просто все вылетает из головы. Точнее, нет, мыслей много, хочется много чего рассказать, но надо держать язык за зубами, что не могу я делать. Так, что еще? Что еще с вами-то хотела я обсудить, рассказать? В общем, все, наверное, мои дорогие. Не могу вспомнить, значит, хотела соврать. Как вообще говорят в народе. Ой, ну что-то я вот у вас хотела такое спросить. Кстати, вы знаете, что еще хотела-то спросить? Напишите, кто у вас самый поздно ложится спать последний. Вот у нас всегда я. Очень редко, когда папа наш может посмотреть телевизор и, да, лечь позже меня. А обычно я вот хожу в час, могу лечь, пол второго, представляете, в 12, пока видео смонтирую для вас. И, кстати, вот вспомнила я, что хотела сказать. Сразу не пишите по поводу квартиры, что Яна, нельзя снимать. Мы все спросили у хозяйки квартиры, она замечательная. Она сказала о том, что можно снимать, где-то что-то показать. Так что обязательно как-нибудь на днях сделаю небольшой вам обзор. Покажу квартиру. Она хоть и небольшая, но очень уютная, светлая. Ну, нам нравится. Главное, что всем нам она очень понравилась. Так что, ладно, все, мои дорогие, будем с вами прощаться. Как-то так прошел наш день, весь день на огороде. Я, кстати, купила еще себе крем от загара. Так что теперь не буду ни гритос. Не знаю, я уже говорила о том, что я не люблю вообще загорать. А мне нравится быть бледной белой поганкой. Все, всем пока-пока. От Янки-поганки.